студії, де вже чекає сімейний лікар. До нас завітала Світлана Котовенко. Я вітаю вас. Доброго дня. І будемо говорити, звісно, про масову вакцинацію проти коронавірусу. Давайте одразу відкримо лінію для голосування. Ось за півгодини дізнаємося у тих глядачів, які у нас дивляться, чи вони готові вакцинуватися. Отже, питання, чи вакцинувалися проти коронавірусу? Два варіанти відповіді – так, або планую, і другий – ні, і не збираюся. Будь ласка, голосуйте. Можна додзвонитися до нас, ми працюємо у прямому ефірі 726-3326. У вас є чудова нагода поставити своє запитання лікареві і почути, власне, відповідь з перших уст. Отже, в Одесі минулими вихідними запрацювали пункти масової вакцинації. Цими вихідними, які наближаються, також буде продовжена їхня робота. Я попрошу вас дати оцінку ось старту роботи центрів вакцинації в Одесі. Ну, достаточно успешный опыт первых двух воскресений, которые проводилась эта вакцинация, поэтому мы решили продолжить этот вариант, потому что в одномоментно можно провакцинировать достаточно большую группу людей. Воскресенье, выходной день, особенно это касается лиц работающих, поэтому это для людей удобно, поэтому это было сделано. Наш центр будет вакцинировать в Мегадоме по адресу Толбухина, 135, корпус «Космос» с 9 часов до 17.00 13 июня. Еще раз повторюсь, это воскресенье. Вот на этой локации в прошлое воскресенье было провакцинировано порядка 600 людей, достаточно неплохие показатели. Поэтому мы, конечно, рассчитываем, что придет в крайнем случае не меньшее количество пациентов. И хочется, чтобы люди понимали, что это необходимо, потому что у нас сейчас ситуация эпидемиологически благоприятная, но борьба с коронавирусом еще далеко не закончена, потому что мы ожидаем вот этот индийский штамм, который, в общем-то, в другие страны тоже уже зашел. Он наиболее контагиозен, чем тот, который мы вот пережили в марте месяце, такую большую вспышку, тяжелую она, тяжело далась как людям, так и медикам. Поэтому мы хотим подготовиться. Предполагаемая волна новая к началу осени, возможно. И поэтому наша задача как можно больше провакцинировать людей, чтобы у них сформировался иммунитет, и тем самым эту эпидемию уменьшить. Потому что то, что этот новый вариант или штамм вируса придет, это будет так. Поэтому хочется призвать население не бояться. Очень много мифов таких и глупых, и неправильных. Не обращать на это внимания. Если во всем мире, в общем-то, очень большое количество, наверное, уже к миллиарду провакцинировано разными видами вакцин. И они показали свою результативность. Поэтому мы должны тоже следовать примеру вот тех стран, где эта вакцинация уже практически подходит к финишу. Угу. Треба сказати, що обирати виробника вакцин зараз немає змоги. Ну, в принципі, як зараз? І не буде такої змоги. Тобто вакцинують людину тим, що є в центрі на даний момент. Так. Ну, взагалі, хочеться сказати, що в Україні зараз є три види вакцин. Це AstraZeneca, произведена в трех странах. Это вот Ковишилд у нас была, она уже закончилась, и в ближайшее время ее не будет. Корейская вакцина, и вот сейчас для ревакцинации уже пришла в наши региональные центры производства Италия. Хочется отметить, что эта AstraZeneca, она пришла только для ревакцинации на сегодняшний момент. Для массового вакцинирования вот сейчас для первой дозы будет использоваться CoronaVac, производство Sinovac Китай. Это инактивированная вакцина, она переносится очень хорошо. Мы уже и провакцинировали много людей, и все
проходит гладко, без, практически без побочных эффектов. И есть у нас, конечно, Pfizer и в Украине, и в Одессе. Это вакцина для целевой группы. На данный момент это работники органов образования. И все, кто в этой сфере работает, они подтвердят, что университеты, школы сейчас массово вакцинируются. У нас мобильные бригады выезжают на предприятия эти. И предварительно руководство предприятий дает нам списки людей, желающих провакцинироваться. И мобильная бригада непосредственно уже с вот этим списком приезжает и вакцинирует людей. Именно это работники органов образования. А чому так? Чому Pfizer саме для категорії освітян? Ну, вже у нас практически 2 года діти не учаться, да? Поэтому хочеться підготовити учителей, преподавателей, щоб вони повноцінно вели учебний процес, тому що даже из вот этих вспышек, которые у нас сейчас были, очень много преподавателей переболело, потому что они работают с детскими коллективами. Как правило, дети всегда переносчики вот этой вирусной инфекции. Все-таки это коллективы закрытые, поэтому, чтобы мы полноценно подготовили учебный процесс к 1 сентября, поэтому вот так и сделано. Очень правильно, по-моему. Так, але не секрет, що є люди, які чекають саме на Pfizer, довіряють американському виробникові. Що б ви сказали таким людям, які тільки Pfizer, ніяку іншу вакцину? Ну, вообще у нас позиція, треба прививатися тим, що є. И самая лучшая вакцина – это та, которая она доступна сейчас. Я вот отвечу так. И ждать Pfizer, вы можете его ждать 2 недели, можете 2 месяца. Вы же не знаете, как будет ситуация дальше развиваться. И ни вы, ни мы, ни... Поэтому... Ну, позавчора було повідомлення, що майже 500 000 доз Pfizer буде завезено до України, але 500 000 – це для всієї держави крапля у морі. Конечно. І розділіть її ще на 2, да? Потому что 2 дози. Да. Поэтому надо вакцинироваться тем, что есть в данный момент. Про другу дозу. Ревакцинуватися будуть усі ті, хто зараз приходять до центрів масової вакцинації. А як цей процес буде відбуватися? Чи буде повідомлена людина, чи вона сама має проконтролювати терміни? Розкажіть, будь ласка. Но у нас уже было разъяснение по этому вопросу. Все те люди, которые вакцинировались в центре вакцинации, на ревакцинацию, они приходят в это, туда же. Поэтому, если это вы вакцинировались в центре массовой вакцинации, там же они будут ревакцинироваться. Так как это коронавак вакцина, там 22-я доза через 28. То есть ровно через 4 недели... Вот в то воскресенье, которое наступит через 4 недели, люди приглашаются на ревакцинацию. Уже вот все эти дозы вакцины, они просчитаны с учетом последующей ревакцинации. Ви сказали, що наслідків вакцинації поганих поки немає, так? Але все ж давайте проговоримо, що є нормою, так, а що ні. Тобто, коли треба бути на сполох або звертатися до сімейного лікаря, а коли треба просто перечекати? Ну, наиболее частые это так называемые поствакцинальные реакции. Это повышение температуры тела и боль в месте инъекции. Для профилактики вот повышения температуры никакие жаропонижающие препараты принимать не надо. Потому что уже по факту, если повысилась температура, вы ее плохо переносите, вы можете выпить жаропонижающий препарат. Как правило, это все не больше суток. Ну, редко, когда двое. Вот эти в основном 2 вот такие поствакцинальные реакции. Людей интересуют часто вот в медиа по поводу тромбозов после AstraZeneca. У нас в Украине не зарегистрировано таких ситуаций. Поэтому, хотя уже в аннотации самого производителя, что вероятность минимальная, она существует, там прописано в инструкции. Но это во всем мире это единичные случаи. Поэтому если сравнить коронавирусную инфекцию там, в среднем, тяжелом течении и
какой большой там риск возникновения тромбозов, то эти риски несопоставимы. Поэтому вот как-то не надо так обстоятельно зацикливаться на каких-то негативных проявлениях, да, вот то, что известно. Потому что про негатив много говорится, а о пользе ну, недостатньо этой стороні уділяється. А у будь-якого медичного препарату є побічна дія, конечно. І навіть прості пігулки від головного болю, просто ми не завжди дочитимо до кінця інструкцію, так? Але побічна дія може бути у будь-якого препарату. А, і про сертифікат про вакцинацію. Я впевнена, що багатьох людей цікавиться запитання, коли, коли і де можна буде отримати. Во-первых, почему нужно хочеться говорить, почему нужно приходить с паспортом и кодом в центр вакцинации, вообще в любое место, где вам будет проводиться вакцинация. Потому что мы обязательно человека перед прививкой должны зарегистрировать в системе. Есть у нас медицинские информационные системы, где будет отражаться ваша вакцинация. И любой врач, который имеет доступ в эту медицинскую информационную систему, будет иметь доступ к вашей вакцинации для того, чтобы можно было вам распечатать этот сертификат. И было понятно, что вы вакцинированы. У нас уже загружено вот это международное свидетельство о вакцинации, международного образца. Ну, соответствует всем вот этим стандартам международным. И там уже будут автоматически вписаны эти ваши дозы, какой вакциной проводилась вакцинация, дата вакцинации. И единственное, мы вот даже закупили уже в центре эту желтую бумагу, потому что оно должно быть на желтом. Вот моряки очень хорошо знают этот сертификат международной вакцинации. Мы распечатываем на желтой бумаге, туда вносим серию номер загранпаспорта, ставим печать нашего лечебного учреждения, где проводилась вакцинация. Все, ваш сертификат готов. Его можно получить у своего семейного врача. Если вдруг еще не все семейные врачи знают этот функционал, поверьте, через неделю уже все врачи будут в курсе. Если вдруг такая возникнет ситуация. Поэтому уже... Для другого щеплення, так? Да. Сертификат, как прописано, потому что много времени еще вот не могли определиться, сертификат будет действителен через 2 недели после второй прививки. И его срок действия — год. Сертифікати этого. Знову стосовно виробника, якщо я не помиляюся, то Європейський Союз поки не затвердив коронавак, він ще розглядає цю вакцину до затвердження. Ну, у мене друга інформація, будь ласка, що з 1 іюня він вже утвердив, і коронавак підходить для пересічення границі Євросоюзу. Это с 1 июня. У меня такая информация. Добре. И маємо дзвінок від глядача. Давайте надамо слово. Ми вас вітаємо. Добрий день. Будь ласка, представтеся і ваше запитання. Это вы ко мне, да? Так, до вас. Ми вас слухаємо уважно. У мене там просьба. Мені много лет, но у мене обе руки були поломані і встановлені пластини після операції в районі плеча, ну, верхньої частини руки. Куда мне вакцинироваться и можно ли мне? Вакцинация производится в дельтовидную мышцу. Это в верхней трети дельтовидной мышцы, если я покажу вот сюда. Именно в мышцу. Поэтому игла, которая будет произведена инъекция, она не дойдет до кости и до вашей пластины, которая установлена на кости. Поэтому в вашей ситуации это будет безопасно. Так, дякуємо вам за запитання. І давайте нагадаємо, що у кожному районі міста так представлений свій пункт вакцинації, якщо для мешканців Київського і Малиновського. Так само? Так, там, де наш центр буде участвувати, це Толбухіна 135, комплекс «Мегадом», корпус «Космос» на 3-му поверсі з 9 до 17. І я не можу помилитися з адресами для інших регіонів,
города. Это будет на Среднефонтанской Скай-Сити и на улице Кримской в школе. Я, к сожалению, не знаю. Так, можна так знайти відповідну інформацію, перевірити. Ми говорили, зупинилися на сертифікат про вакцинацію. Почули, що впродовж після 2 тижнів після другого щеплення у сімейного лікаря може запитати і отримати, власне, так, сертифікат про вакцинацію вакцинована особа. Ще таке запитання, якщо була застуда чи якась гостра респіраторна вірусна інфекція, так, людина не перевірялася, але просто в легкій або в середній формі пройшла застуда, то який час не треба вакцинуватися? Достаточно неділі. После того, как закончатся симптомы вирусной инфекции, достаточно, чтобы прошла неделя, и можно вакцинироваться. Ще є якісь рекомендації у день вакцинації, наприклад, на чи серце робити, тобто бути голодним, чи навпаки, добре поїсти? Ось хочеться речі. Противопоказання, да, всіх інтересують, тому що багато різних заболівань, і у кожного свої питання. Только 2 противопоказання. Це тяжело аллергическая реакция в виде отека квинки в анамнезе на лекарственный препарат и вот острая вирусная инфекция с температурой это 2 противопоказания. Все остальные хронические заболевания, даже там ВИЧ-статус, онкология, это является наоборот показанием для вакцинации. Поэтому противопоказания минимум. Так, а перше, що ви сказали, то про цей діагноз людина знає, так? Так, це не прихований він, що не так, що зробили щеплення, і тоді дізналися, що є така реакція. І про те, у самий день, якщо людина вже вирішила, як себе поводити? Підготовки ніякої не треба, не треба накануні, не проходити обслідування, не потрібно здавати кардіограму, зміряти давлення, цього не потрібно. Єдине, коли ви приходите в пункт вакцинації, вам зміряється температура, опять, щоб чоловіка спрацювати, проявлениями вирусной инфекции или гипертермии не вакцинировать. Все. Поэтому треба поїсти чи на голодний шлунок? Чи це не має? Якщо ви в 5 вечора будете вакцинироваться, звісно, ви поїдете. Тут это не грає ролі. Так, добре. І тут вже такий момент. Про беременность бывает. Беременных не вакцинируют, потому что не проводилось исследование. Поэтому беременные не вакцинируют. Тобто це третя причина до типу. Ще хотілося відмітити. З будь-яким терміном, так? Тобто да, просто вот объясняю почему. Потому что не было исследований. Может быть, через какой-то период времени будут проводиться исследования на беременных, и это не будет противопоказания. На данный момент так. То же самое вот с детьми. Уже вакцинация с 18-летнего возраста. Сейчас, кто следит за новостями на предмет вакцинации, что проводят испытания и уже вакцинируют в Америке подростков. Поэтому вот этот Виталий уже начинает потихоньку. То есть вот этот порог минимум 18 лет, он постепенно будет снижаться, начиная там к подростковому возрасту, потом дальше с детьми уже жизнь покажет. Зараз послаблення карантину по всій країні, люди будуть більше відпочивати і подорожувати. Ви вже згадали про те, що восени на нас чекають наслідки цього, так? Або не цього, так? Просто сезонне буде збільшення захворюваності, і тому можемо спрогнозувати, що хвиля буде знову. Да, уже ученые и не только эпидемиологи говорят, что будет. К сожалению, мы не хотим этого. Поэтому и призываем на вакцинацию. И, в общем-то, очень хочется, чтобы прислушались жители нашего города, потому что мы обзваниваем наше вот и пожилое население. Вот, да, у нас есть этапы вакцинации. Начали с пожилого возраста. И не секрет, отказов много. А что говорят люди? Чому? Чому боятся? Ну, по-разному. Кто-то тромбозы, кто-то... Вот очень много даже в медиа такой информации негативной, фейковой. Mm-hmm. И, честно, как-то это не очень приятно слышать.
то эксперименты будут ставить. Вот такие, они не обоснованы какими-то конкретными мыслями. Ну, вот хочется, чтобы люди эти все отставили фейки в сторону, все-таки провакцинировались и понимали, что это нужно. Потому что тем самым давайте спасать человечество, начиная с себя. Поэтому как-то более хочется, чтобы люди более активно проявили себя вот в этой вакцинации. А чи бувають випадки, коли все ж вдається переконати людину, навіть якщо... Да. Давай. І перший вопрос, який задають пацієнти. Доктора, ви вакцинувались? Ага. Так. Да, я вакцинувався. Понятно, тогда я прийду. Это внушает доверие. Так, авторитет лікаря, так, що якщо лікар вакцинувався, то я теж буду. І вот в світі тоже в сертифікатах хочеться отметить і так как тоже у нас впереди летние отпуска, и многие планируют куда-то выехать. Между первой и второй дозой вот этой графики, да, что вот коронавак — это 28 дней, это достаточно небольшой промежуток, и люди успевают сделать первую дозу, вторую, еще выдержать эти 14 дней и уехать куда-то в отпуск. Тоже, для кого эта информация нужна, то потому что у AstraZeneca там 12 недель достаточно большой срок, особенно вот моряки столкнулись с этим. Кому-то в рейс, и что же нам быть, как же нам поступить со второй прививкой? Так, а тут еще три месяца, да. А тут 28 дней вот это расстояние. Інше проблемне питання, якщо усі зрозуміють, що вакцинуватися треба, будуть черги, чи вистачить тоді доз вакцин на усіх охочих? Должно хватить, ми з запасом ці вакцини приобретаємо. Ще, може бути, кого-то інтересує питання про холодовую цепочку, да, что правильно хранится или нет. Хочу уверить, что у нас вакцины хранятся правильно, полностью соблюдая вот этот холодовый ланцюг. У нас термосумки с холодовыми элементами, с термометром. У нас четко соблюдаются критерии хранения этой вакцины плюс 2, плюс 8. Тем более вот эта коронавак, она в флакон идет с одной дозой, поэтому она тут же используется, поэтому тоже, если у кого-то сомнения по хранению, все соблюдается согласно инструкциям поставщика. Світлано, і поясніть, будь ласка, чи потрібно спостерігати за кількістю антитіл, так? Чи якщо вже людина прищепилася, тим паче два рази, то потім вже за антитілами не треба спостерігати? Ну, такої острої необхідності в цьому нет. Ви можете проводити, звісно, експерименти для себе, уровень контролювати, да, щоб розуміли, тому що все одно з часом він уменьшається. Но необхідності в цьому нет. Інша є думка, що якщо високий рівень антитіл, то вакцинуватися тоді не треба. Ну, вы можете вакцинироваться через время, допустим, через полгода, да, после того, как переболели. Но все равно нужно будет сделать прививку. Ви сказали, що є певна негативна інформація від засобів масової інформації, які не перевіривши довіряють, так, громадяни. Тоді питання, яка така піар-компанія, соціальна компанія мала бути, аби дійсно заохотити, аби розвіяти всі міфи, сумніви, і людина була точно впевнена, що треба йти вакцинуватися? Ну, мабуть, приглашати для роз'яснення епідеміологів або імунологів, от іменно людей, які непосередственно розуміють, да, вот в тонкостях вакцинації, самої производства вакцини, а не взагалі. Так, а не зводити це і до політики, і дивитися різноманітні шоу, де баталії. Да, если честно, когда медик-профессионал смотрит какие-то шоу политические, обсуждают вопросы вакцинации либо лечения коронавирусной инфекции, и как-то не очень это нравится. Тому що некомпетентні люди говорять про медицину. Про медицину нехай говорять лікарі, правильно? Так, так. Причому ті врачі, які працюють з цією проблемою. Тому що
кто более глубоко в нее погружен, да, то он понимает все эти нюансы и может более верно эту ситуацию прокомментировать, скажем так. Светлана, давайте подивимося голосування, чи вакцинувалися проти коронавірусу, його результати, і потім будемо підбивати підсумки. Покажіть, будь ласка, ми пропонували відповісти, чи зробили щеплення, так або планую 25%, ні і не збираюся, 75%. Очень плохо. Давайте заохотимо. Ну, просто чудова нагода ще раз коротко нагадати, чому важливо вакцинуватися. Не треба боятися. Всі люди, які столкнулися з коронавірусною болезнью і хто перенес тяжело, вони вже не, ну, самі розуміють, наскільки це тяжела проблема. І треба дати шанс собі, своїм близьким. Особливо хочеться призвати, щоб молодь на пункти вакцинації привела своих родителей, потому что люди возрастные, они наиболее тяжело это все переносят, с наибольшим количеством осложнений. Поэтому, чтобы защитить хотя бы своих родителей, прийти их и вакцинировать. Вот очень хочется, чтобы это услышали. Меня очень расстроила вот эта статистика. Позавчора ставила таке ж саме запитання, то було 50 на 50. Ну, тобто, все одно не дуже радують, дійсно, результати інтерактиву. І нагадаємо, що масова вакцинація в Одесі відбувається у пунктах у кожному районі міста. І з дату, і час, будь ласка. Ну, от в Одесі проводиться вакцинація в пунктах вакцинальних кожного центру первинної медико-санітарної допомоги. От у нас їх в Одесі 11. В каждом центре проводится вакцинация. Через своего семейного врача вы можете туда записаться. Это не есть проблема. А вот то, что касается вот центра вакцинации, который будет в воскресенье работать, тоже мы призываем, кому как удобно. Почему они, еще раз открыты, повторюсь, потому что это выходной день, и работающим людям ничто не мешает прийти и вакцинироваться. Вообще доступность к вакцинации, она у нас достаточно широкая, и было бы желание. Так, і з собою взяти обов'язково. Паспорт і код. І маску, так? Звісно. Ну, це вже навіть... Не обговорюється, да, це да, само з да, собою да. Зрозуміло. Я вам дуже вдячна за важливу інформацію, за те, що подекуди розвінчали міфи, які ще існують у нашому суспільстві стосовно вакцинування проти коронавірусу. Сімейний лікар Світлана Котовенка була гостею цієї студії. Її провела я, Світлана Пензова. А далі приступає до роботи Олександра Дементьєва і... Пуск новин. Вітаю тебе, Саша. Так, вітаю тебе, Світлана. Маю кілька хвилин на новини. Про важливе та актуальне говоримо далі. Будьте з нами.